Подработка, новый вид из тех, которых я в одной из прошлых серий вам говорил, это страховое мошенничество. Для этого нужно причинять себе как можно больше боли. Довольно классные машины, тачки ездят, потому что это район довольно престижный, и похоже, здесь нам предстоит где-то выполнять эту самую, что ни на есть, сложную миссию. Не знаю, как ее выполнить, не помню, вернее. Сейчас будем вспоминать вместе с вами греческий язык. Wait. Кого? Wait. Кого ждать? Да. Устаю я быстро. Jesus. Sorry. Что, далеко ехать еще? Блин, бежать-то еще полкилометра. Лучше по прямой, наверное, пройти. По прямой так и не пройдешь тоже, блин. Ладно. Сверни на угол. И, в общем-то, задание примерно ясно какое, да? Нужно как можно больше причинить себе боли. И вреда здоровью, чтобы можно было взять страховку. Отправляйтесь в район Hotels Marina, зарабатывайте 50 тысяч, прежде чем время закончится. Вау, а далеко ехать? Машина. Далеко ехать? В другую часть города. Ни хрена себе. Ладно, может успеем. И там причинять себе боль, то есть там я не умру, если я буду себя калечить. Сейчас попробую. Оу! Твою мать, ну не здесь же калечить-то себя, ёкарный бабай. Давай вперед, мы доедем, мы помчимся, мы... Вау! Так, смотрите. О, все, началось, да? Давай вот под эту машину, под эту, давай! Оу! Блин, я промазал, похоже. Нужно как-то... 3000 я всего заработал. Неужели далеко надо ехать? Блин, надо было машину, наверное, взять. Эй, машину не сбивай. Пожалуйста, сэр и... Мисс! Сучка какая там попалась. Не очень хорошая. Так, ну чё, куда ехать-то? 3000. О, вот всё, здесь, да? Особые места. Откроет маршрут, короче, не то. Как до туда ехать? Как далеко мне еще ехать? Так, подожди. Вот он. Вот это место. Вау! Ни хрена себе. Время осталось 2 минуты 40 секунд. Успею, не успею. Как вы думаете? Остается верить и надеть. Вот он. Так, надо где-то здесь себя калечить. Но кто меня будет калечить, я не знаю. Вот. Вот этот парень сейчас меня закалечит. Калечь меня. Блин, промазал. Вон тот сейчас закалечит. Времени все меньше и меньше, а я не могу. Давай! Не засчитывается? Ну он же переехал меня. Вот в чем дело-то. Нужно на правую клавишу мыши-то сжать. Я забыл совсем. Ни хрена меня кидает. Круто. Давай вот эту машину еще. Давай, иди сюда. тысячи. Ну, в общем-то, не очень как-то прикольно получается. Я-то думал, будет всего намного лучше. Вау. Неважнецки. Сшибай меня. Да что ж вы не едете по мне, ребят. Осталось 1.5 минуты. Где еще машины? Вау! Проехал мимо. О! Как раз, как специально тут едут эти. Вот это меня захерачило. 3000. Остается мало. Режим адреналина. Заполнив адреналинометр, войдите в адреналиновый режим, чтобы выполнить цель сумасшедших ударов. Сейчас мне главное... Херачили вы. Все. Давай. Времени осталось мало. Осталась минута одна. Какого хрена ты не бежишь? Вот, сбивай меня. Вау. Вы это видели? Сейчас я с такой высоты упаду. Вот это меня захреначило. Ужас. Но я выполнил этот квест.
Так, вот такое вот страховое мошенничество было выполнено, и авторитета добавилось достаточно. Нет, как бы не особо, мне не понравилось это задание, как бы я думал, оно лучше. Так, давайте выйдем из подработки здесь и найдем какую-нибудь подработку получше, да? Я жив-здоров? Вроде бы да, все хорошо. Так, смотрим, что у нас тут есть. Угу, наркотрафик. Вот где-то, вот это вот квест. Укрощение фанатов. Или лучше наркотрафик. Ну, давай, наверное, вот этот вот задание. Укрощение. Блин, бедная моя машина, ёбарный бабай. Это не моя машина, но все равно неприятно. Такое ощущение, что она побывала под катком, которых было тут очень много. Так, ну что, далеко ехать-то? Бежать. Так. Не, с такой скоростью я думаю, что я не... Давай, дай мне вот эту машину. Да. Не кричи на меня, все хорошо. Еще сзади. Сзади еще зафигачило. Извините, барышня, я вас переехал. Три раза. Чи ругается. Странно. Так, наркотрафик мы не выполняем. Пошли вон туда. Вот этот квест. Где он? Вон. Так, гамбургер прямо возле него. Неужели возле него? Так, ну вот дробовичок возьмем. Sit down. Yeah, you look good. Different, but good. I've been getting that a lot lately. That was true. Hey, word is you're still running with the Saints. Actually, I'm running the Saints. Ah, really? That's great. Hey, you know, I got a promotion myself. Out of the loan sharking business? Yeah, Mike and Dan decided to go be professional poker players, so I figured it was time to do bigger and better things. Like what? I've moved into films. No shit. What have you worked on? Well, let's see, Cock of Cthulhu, starring D.P. Lovecrack, Bukkake High School 31, starring Abby Hammerstein, The Cable Man from Bangalore, starring Anoop the Indian Hammer Shaker. Classics in our own time. Ain't that the truth. Anyway, I got a couple of flicks opening up soon, and I'd like for you to run security. Porn fans are, well, porn fans. And I don't want nothing to happen to my talent, you know? I love showbiz. Ну что, получится у нас, нет что-нибудь? Давайте попробуем. Так, украшение фанатов. Защищайте звезду от сумасшедших фанатов, чтобы заработать деньги и авторитет. А подожди, мне надо... Сейчас херачить кого-то буду. У меня ничего нету, да? Кто идет? Вон идет! Фанат! Фанат! Иди отсюда, падла! Мисс, все в порядке? Еще один бежит. Еще фотографы после этого берут. Придурки, блин. Самые натуральные фанаты. Еще один идет. Тетя! Отойди отсюда. Вау, такие тачки стоят, вообще охрененно. Украшение фанатов. Если два способа отталкивать фанатов, нажмите левый Ctrl, чтобы совершить быстрый бросок в направлении взгляда. Удерживайте Ctrl, чтобы перевести фаната в живой щит, а затем снова нажмите Ctrl, чтобы совершить бросок. Используйте данную технику для нацеливания бросков. Так, сейчас попробуем. Вон еще один идет. Ай! Отойди! Укрощение фанатов. Попытайтесь бросить фаната на различные предметы, чтобы получить больше денег. Предметы, отмеченные синими стрелками, приносят больше денег. Круто. Так, а где? Какие синими стрелками? Нет, мы еще такой. А, вот об это, да? Сейчас я его захерачу. Пошли поближе. Получи, подружка. Ну что, скоро еще? О, ты еще идешь! Фанаты! Я так хотел... О, еще один идет! Вставай!
Давай, пошли вот сюда. А, их надо вот в эту машину засунуть. Прикольно. Давай-ка мы его засунем туда. В мусорный ящик. Вот так вот, уже там. Все, успокоился. Там еще один идет. Иди сюда. Иди сюда, дружище. Фанатик. Воу, а у меня денег-то мало, блин. Мне так долго придется зарабатывать. Я не умею, это делать. Играю. Да, довольно долго это все. Не того. Блин, 5000 набрать, это не так просто. Пошли быстрее. Побыстрее. 18 секунд, я не успел. О, одного поймал. Единственного, кого поймал. Ладно, давайте повторим попытку. Мне кажется, было прикольно. Еще одного. Не попал. Баскетбольная площадка. Ну, теперь буду знать. Так, невыполненный квест. Давайте еще раз попробуем. Не так-то сложно защищать звезду от сумасшедших фанатов. Так, немножко изменилось направление. Где-то в китайском районе теперь. Я не вижу никого. О, вот он. Эй, толстяк. А, вот надо жбаном его. Бам. Один удар получился. Телохранитель называется игра, да? Получишь баном. Бам. 2000. Круто было. Есть еще желающие? Никого не вижу. Вон. Пошли. А, три еще двоих таких же надо поймать. Круто. Вон еще одна бежит. Пошли сюда, девочка моя. Красиво было. Четырех фанатов уже раздавали. Воу! Иди сюда. Рыжая сумасшедшая барышня. Успокоились немножко. Все, я выполнил первый квест. Отлично. Украшение фанатов. $100 заработал. Чуть-чуть не хватило. Да. Может, попробуем продолжить авторитет. Подработка. Давайте еще раз. Так. Уничтожьте сумасшедших фанатов, чтобы заработать денег. Уничтожайте. А как их уничтожить? Так, подожди, где они? Я ни одного не вижу пока. Куда его кинуть? Покажите мне, куда его кинуть. Так, одного сделал. Все хорошо? Мистер, такой фанат, блин. Фанат какой, такой этот. Стоять. Блин, не попал. Иди сюда. Перелетела. Девушка, ну что вы, прям... Так, все нормально. Что-то работает. Нет. Эй, вон она! Иди сюда. Все, еще одного минус. Да что ж ты бегаешь-то тут, а, подружка? Иди сюда, сказал. Чё ж так плохо-то, а? Получи. Да что ж такое-то, а? 1.5 минуты. Бог ты мой, ни хрена не получается. А я их, между прочим, гоняю.
телохранителя. Ну, пожалуйста. Так, еще один. Тут сразу двое, ма. Вы охренели, что ли, совсем, ребят? Сразу двое. Увеличивай мою скорость. Не получилось. К сожалению, 6 секунд. По времени не вышло. Ой! Хренач от моего мужика! Эй, вы чё, охренели? Фанатики, бля, ни хрена себе фанатики. Так, не выполнен квест, ладно, давайте еще раз попробуем. Фу, да, такие вот была ситуации, когда сумасшедший, вау. Вот это более красиво, на красной дорожке. Куда? Сват, да, засирачка. Пошла туда. Так, что, не получилось, что ли? Как еще попасть-то туда? А, ушла. Нужно как-то точно попадать. Так, он убьет. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Попадай вон туда, в грузовичок. Вперед! 750 всего просто. Так. Да. Похоже, не получится. Еще один квест. Не пройдет, но я хороший телохранитель. Эй, ты что, не попадаешь, что ли? Вон тогда, туда его тоже. Ты чё, толстяк, охренел, что ли, совсем? У меня тебе получится нормально это закинуть туда. Опа! Хорошо вошел. Минута осталась, у меня времени мало. Он идет. Подружка, иди сюда. Что ты там хотела кинуть? Иди туда. Мисс, вы хотите... Подожди, ты тоже хочешь, да? Стой, иди сюда. Ускоряемся, 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 ускоряемся. Так, еще один бежит. Фанат, фанат, фанат. Давай быстрее, быстрее. Я не знаю, не хватает. Еще один. Ушел. А, еще одна. Девушка. Везде пристают. А, не успел. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть не успел, а? Несколько секунд. Увы. Ладно. Фанаты оказались сильнее на этот раз. Выходим из подработки. Надо нам немножко все-таки... Воу, я в аэропорту. Давайте погуляем по аэропорту. Я же на самолетах не умею летать, да? Фанаты оказались сильнее. Жаль. Хотел бы я все-таки прокатиться. Не все получается сразу. Не все получается. Ну, первый уровень. Ну-ка, 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 ну-ка. Вау, да. Полетели. Управление самолетом. Левый shift ускорение, пробел снижение, рулевое управление. Короче, пошли. Нет, надо вперед. Кто звонил?
Эй-эй-эй-эй-эй! Я не туда лечу! Я не умею летать! Я не умею летать! Господа, я разобью сейчас! Полиция! Воу! Ни хрена у меня! Сори. Блин, вот и полеты. Вообще коряво. Ой, летчик, блин, елки-палки, налетчик. Ладно, пошли попробуем еще раз. Там же есть еще самолет, наверное, да? Полиция еще тут. Если есть, то будет полный хана. Здесь нет никого. Так. Погрузчики. А самолеты? Где самолеты? Наверное, спрятать лучше оружие, потому что полиция, если придет, то будет не очень приятно. Я так хотел на самолете попробовать полетать. Че, неужели мне это не дано? Оп. А на полосе, наверное, это все делать. Так, а вот на этот самолет могу я залезть, нет? Пустите меня! Там что? Номер. О, да, могу, смотри, прикинь, могу. Еще раз посмотрим, как управление. Shift, да? Должен быть. Да. Так, надо выйти на взлетную полосу сначала. Наверное, оттуда, разогнавшись. Вот тут вот. Попробуем. Давайте попробуем. Блин, надо учиться летать. Учиться летать надо. Вау! Я как всегда. Профессиональный летчик, но попасть не могу. Эй, машина! Самолет! Куда пошел? Навстречку, навстречку! Я навстречку! Да, я летать-то умею, просто немножко что-то начал тупить и под неправильно себя вести, но здесь. Можно летать высоко и далеко. Слишком далеко, высоко такого летать нельзя. Да. Вот единственное, посадить мне, может быть, не удастся. Мой самолет. Ну, я попробую. Почему бы нет? На самолетах. Будем тренироваться. Так, а почему открывается кабина? Да, ну, в принципе, тут полеты не страшны, ну как? Не, мертвую петлю делать не стоит. Рисково. Закрылки. А я... у меня парашюта нету, блин. Был бы парашют, было бы намного приятнее, намного лучше. Ну, с другой стороны, на самолетах добираться гораздо быстрее на любой... города. Но, конечно же, если ты пытаешься посадить куда-то на дорогу, то у тебя вряд ли что-то получится. Потому что там очень много всяких машин. Да, виды сверху. Довольно неплохо смотрится, да? В закатном небе пламенеет. Да, летать-то в принципе не сложно, сложнее посадить. В том-то и дело, сейчас попробуем посадить. Не получится, ну что ж. Значит, такова судьба наша цель. Так, самолет. Аэропорт. Какой полет! Вы только посмотрите. Тренироваться надо. Полетом.
вот она посадочка, нет. Нет, это дорога, простая дорога. На этом теплоходе я не бывал. Тоже надо будет как-то туда сгонять. Посмотреть, что он из себя представляет. Этот офигительный морской грузовой корабль. Ёкарный бабай. Как бы все-таки прикольно летать. Когда не умеешь садиться, то становится еще прикольней. И думаешь, куда же тут что посадить? Так, аэропорт вон он, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, если не обманулся. Над деревьями такой полет, просто супер. Воу! Это было нужно. Именно так.